Всем всего доброго, всем привет, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Ребят, ну вы, честно говоря, извините меня, но вы уже надоели мне задавать эти вопросы, почему ты ушел с этого, вот, почему ты не играешь, почему ты этот обсираешь, вот, ребят, ну, вы просто меня уже вот так вот, вот уже заколебали, ну вы сами подумайте, 2018, да, сейчас скоро будет 2019 год, вы собираетесь в эту игру пожизненно, что ли, играть? Это вообще игра, это игра, игрой нельзя назвать. Эта игра вообще уже, она испортилась уже в конец и до нельзя просто. Просто там слов нету никаких матершинных, чтобы про эту игру что-то говорить. Потому что я чуть-чуть там в ней поиграл, вот буквально недавно с чужого аккаунта я заходил, с другого аккаунта там. Ну, не со своего, у меня два аккаунта, да. Ну, заходил с другого аккаунта, ну, невозможно было вообще ни одну катку на ней сыграть, причем не на каком-то там, не на высоком уровне, не говоря уже о шестых каких-то уровнях, то есть и на втором уровне там что-то пытался сделать, но я говорю, ну, невозможно, просто невозможно. То есть надо быть полностью идиотом, тупорылым чуваком, чтобы играть в 2018 году, вы сами подумайте, 2018 год в эту и чертову... Я уже слов нету, извините меня, но я сейчас буду материться просто. Ну просто, ну невозможно в эту херню играть. Просто в 2018-2019 году это вот, это говно, это разводилово, понимаете, нет? О, господи, взять эту тундру, ну хорошо, я согласен, там может быть чуть-чуть получше, но такое же говно, извините меня, оно не развивает вообще человека, оно просто его, просто гробит этого человека, я просто уже вам говорю, что это просто опасные игры, они просто приводят в никуда, вот я вот вам честно говорю, играйте в хорошие игры, потому что игра это жизнь, жизнь это игра, это все знают, есть такая поговорка, да, смотря в чем вы играете, так вы и будете развиваться. То есть я вам ничего плохого не посоветую. То есть можете подписываться на мой независимый канал, на мой... у меня мало просмотров, но вы не смотрите то, что у меня мало просмотров, то, что, допустим, меня кто-то не смотрит. Просто я вам плохого... Ну, если кто-то смотрит, да, у меня есть там подписчики, я им никогда плохого ничего не советую, ничего не говорю. Поэтому я говорю, если это игра просто... Она заточена на донат, понимаете, да, что такое, если вы туда деньги просто не тратите, вы не можете там играть. Как вы этого не можете понять, 2018 уже год, уже сколько ей лет этой игре, там 6, 8, 9 лет, я уже вот так вот руками размахиваю, как вот видите, как правительство, как наш, как президент. Вы не можете это понять, понимаете, если его... Перед вами размахивает президент, вы все сразу понимаете. Если вот какой-то блогер, вы сразу задаете ему вопросы, понимаете, нет? Уже как вам объяснять, что эта игра, это говно. Это просто говно. Господи. Даже если другие проекты, хорошо, я согласен, там Dota 2, вы играете CSGO, вы играете какое-то еще говно там тоже. Это тоже все, это тоже говно проплачиваемое. Мне плевать, сколько у меня там подписчиков, сколько этих, да, сколько лайков, там, сколько дизлайков. Но я говорю, это все просто донатное говно. Вот. Это все игры заточены на донат. Это, блин, это просто, ну, невозможно в них играть. Просто, ну, невозможно. Если вы не заплатите деньги. Когда вы заплатите, да, в них легко будет вам играть комфортно до какого-то определенного времени, до какого-то определенного момента. Потом, когда с вас опять не потребуют эти деньги. Потом они с вас опять потребуют этот донат, эти деньги, понимаете, вам опять придется платить. То есть вы платите, знаете такую поговорку, дурак платит дважды. Вот вы будете трижды, четырежды и так далее платить, то есть до бесконечности в эти проекты, в эти супер, как бы, в кавычках, игры онлайн, которые они уже давно не онлайн. Вы не играете там с людьми, понимаете? Ну зайдите на любого блогера, там, на любого этого, он вам покажет, сколько там ботов в этих проектах, сколько там задействовано ботов, то есть 2 на 2, 3 на 2, да, человека играет. Там может быть от силы 2 на 2 вы будете играть, 3 на 3 человека, остальные все боты будут. Господи, 2018 год, я уже не знаю, как объяснять людям вот эту ситуацию вокруг вообще онлайна, вокруг онлайновых игр. Господи, то есть я никого не призываю, никого не заставляю, но я просто хочу немного, чтобы человек вот подумал, человек чуть-чуть поразмыслил,
и играл в более-менее нормальные игры. Сейчас покажу, какие примерно. Так, ребят, сейчас немного я снижу свою эмоциональную планку, да, как говорится. Я немного снижаю свой эмоциональный пыл. Он просто уже накипело, я не мог сдержаться. Здесь я просто выговорился, как говорится. Может быть, еще будут такие видео снимать. Снимать буду такие видео, как говорится. Ну вот сейчас смотрите. Сейчас, значит, по последним новостям сейчас пройдемся. Значит, прошел я Бэтмена. Да, он есть на персоналке, он есть на, как говорится, и на PlayStation, на Xbox One. Но почему я его прошел? То есть, здесь довольно-таки такие вот, знаете, именно для ума, они вот эти головоломки очень классные. То есть, я его проходил, первую часть Asylum я играл на ПК. Потом вторую часть я играл именно на PS3, но она и выходила и на ПК уже, и сейчас вот эту четвертую я взял, я бы мог бы и на ПК, конечно, скачать, и вы скажете, ну, бесплатно, я ж не платил вот за эту игру деньги, да, я могу ее скачать и играть бесплатно на ПК, ну, у меня тянет и все, но я на PS4 именно ее скачал, потому что удобнее именно джойстиком управлять, именно фаново играть, именно, ну, чисто она классная игра, поэтому эти головоломки, и вот вы скажете, что вот там, когда вы разгадаете все загадки этого загадочника, да, когда вы спасете женщину-кошку, тогда вы сможете критиковать мое видео, если вы этого не сделаете, то вы тупые, да, то вы не смогли этого сделать, поэтому я это сделал без всяких подсказок, даже не заходил в YouTube, и я разгадал все эти загадки загадочника, то есть игра заставляет тебя чуть-чуть подумать, да, потом, значит, вот я сейчас установил вот такой Phantom, да, он тоже выходил на ПК, кстати, это вот игра японская Хидео Кодзимы. Она классная, там про Афганистан, кстати, очень такая она заставляет чуть-чуть даже подумать, чуть-чуть об истории, где-то там что-то. Вначале она мне не понравилась, вы знаете, когда вы ее устанавливаете, не понимаете, какая-то хрень, да, там какая-то, ну, как говорится, ну, вы скажете, да это же хуйня какая-то, это даже не игра. Ну, потом, когда вы начинаете чуть-чуть играть в нее, как бы начинаете понимать смысл, тогда вы, как бы, ну, знаете, как это, она, наоборот, вас затягивает, поэтому это очень классная игра, вот, я ее вначале недооценил, сейчас я буду ее проходить, потом я скажу, как она вообще классная или нет, это вот, кстати, как там разрекламировали там Second Son 2, там, ну, вот мне она не понравилась. А вот эта вот она действительно классная игрушка. Я ее допройду, потом скажу. Shadow of Colossus вот у меня она в упаковке. Вот я поменял на Авито, на Юле. Вы скажете, ну, такие же дорогие они, такие же игры, да, там, такие же они по 4000 стоят, там, как я лучше в танки сыграну, они же бесплатно, очень классно, да, но, я же вам уже говорю, уже сколько раз говорю, меняйте эти игры, меняйте с друг другом, меняйте на Авито, на Юле, и, как бы, без проблем, то есть, вам обменяют эти игры, то есть, может быть, где-то доплатите, где-то, там, ну, 200-300 рублей. Господи, чем вы этот танк купите, там, 3-4 уровня, который потом не будет ездить, не будет стрелять, зачем вам это надо? То есть, здесь получаешь колоссальное удовольствие, то есть, колоссальное от каких-то игр эксклюзивных, тем более, сейчас игры выходят на новый уровень, я говорю еще раз. То есть, вот сейчас вышел Red Dead Redemption, вы видели, сколько на YouTube игров, ну, сколько блогеров стримило, и даже те, которые блогеры, казалось бы, да, они должны быть топить за эти танки, но они стримили Red Dead Redemption. Почему? Потому что эта игра классная, эта игра просто, ну, видно было даже по трейлерам, что она порвет вот все игры, и тем более может порвать этот онлайн, и поэтому все про этот Red Dead Redemption 2 говорили, поэтому я опять же говорю, ребят, так что если вы оставляете комментарий, вы
хоть в половину этих игр сначала сыграйте, а потом уже оставляйте комментарии. А то вы ни в чем практически не играли, кроме этих танков или кроме там, ну, каких-нибудь там PUBG или так далее. И уже пишете, что вы такие специалисты. Хотя я говорю, опять же, это такое говно, этот PUBG и танки. Так. Ну, Uncharted я прошел, я показывал, я просто говорю, что очень хорошая игра, очень качественная, и опять же, я ее как бы в себе в коллекцию добавляю, и, кстати, которые люди утверждают, что она хуже, чем Uncharted 4, я утверждаю наоборот, что она лучше, чем Uncharted 4, опять же, я говорю в этом видео. Все, всем пока, всем всего доброго, до следующего видео, с вами был Стас Кобальт, канал Стас Кобальт, всем всего доброго, всем пока.